Елена Аркадьевна, я даже не знаю, с чего начать. Нет, послушай, я прошу тебя, ты меня не перебивай, иначе я забуду и ничего совсем тебе не скажу. О, Господи, я сбилась. Баба безголовая, иди! Здесь я решаю, кто посторонний, а кто свой. Недели за три до свадьбы появился у меня ухажер. Родик собирается сделать мне предложение. Чего? Я хочу, чтобы он был только со мной. Разве ты не хочешь знать, что умрешь с любимым? Да ты не любишь меня. Ну, потихоньку начинаю. Постарайтесь вспомнить. Это он. Ну и что дальше? Что вы будете теперь делать? А почему вы не позвонили в полицию? А это не твое дело. Ты что, пожалеешь об этом? Ты мне угрожаешь? Но это невозможно. Это пока все.